Знаете, когда меня обижали вот в школе, когда вот учителя обижали, одноклассники, я пришла домой один раз к папе и сказала: «Пап, почему я такая? Я хочу быть белой, я не хочу быть черной, меня все обижают». Знаете, что он на это сказал? Твою маму ебать, блядь! Ебаный! Твою маму, папа, вообще! Ты совсем, совсем, ты чё? Вообще, блядь! Она сказала, козёл, ля, вообще, смотри, она некрасивая, вообще, смотри, она, ёбаный рот, блядь. Я понимаю, какая дура была, я его очень сильно обидела этим, но я сейчас благодарна ему за то, что я такая, какая есть.